Сейчас я хочу вам прочитать интересную сказку. Кого мы видели? Какие грибы мы собирали в лесу? Лисички. Они вот такие, смотрите, рыженькие, как эта лисичка, да? Поэтому по цвету они называются лисички. И вон сколько много красивых зверей, животных есть, да? Я вам сейчас покажу. Оба! Смотрите, какая лисичка. А это кто? Ты меня скинул на кучу. Ох ты! Зачем ты меня сбросил? Машка, Машка, принеси мне маффина. Маффина ты хочешь принести? Я хорошо. Ты тоже хочешь. Хорошо. А вы пока посмотрите книжечку сами, как лиса. Прочитай, Родион, ты умеешь уже читать. Сейчас бабушка принесет. Я не умею еще читать. Подождите меня. Только подождите, никуда не уходите. Я сейчас приду. Посмотрите книжку. А листать надо. Я уворую этих детей и попрошу за них выкуп. У меня есть оружие и приманка. Для того, чтобы их вызвать и завести в этот лес. А потом потребую с родителей выкуп за них. Юрик, Юрик, мы пошли к фонтанчикам. Там, где собачки, там водичка, и пока бабушки нету. Ваши дела. Откройте мне ворота. Можно тебе открыть ворота? Пес, это бандит. Дети, можно тебе открыть? Можно зайти к вам? Да. Да. Хорошо, спасибо. Нет, Юрик, нет. Ребята, смотрите, что у меня есть. Для вас подарки. Идите ко мне. Нате подарки. Идите сюда. Я вам дам подарки. Нет, Юрик, нет. Идите, приходите. Нет. Почему? У меня есть еще, знаете что? У меня есть пистолет. Я вам дам поиграться. Идите ко мне. Юрик, иди ко мне. Нет, Юрик, это плохой бандит. Идите ко мне. Идемте, я вам покажу вкуснятину. Мне надо идти, это бандит. Растишка, йогурт, малина и банан. Дать вам, ребята? Идите. Нет. А я вам включу еще фонтанчики поиграться. Можно так? Нет. Давайте, ребятишки. Нате вам конфетки. Держите. Держите. Нате, я вам дам. Нет. Держите. Юрик, держите вам конфетки, держи конфетки, держи. А я предлагаю вам сходить в лес за грибами. Можете пойти со мной? Пойдемте, покажу вам грибочки в лесу. Пойдем? Пошли в лес, я вам покажу грибочки. Не бойтесь. Идем, и я вам угощу конфетками вкусными, вкусными. Пошли, Юрик. Там есть грибочки и вкусные, вкусные конфетки. Не иди! Почему не иди? Давайте. Юрик, давай сейчас, не бойся. Иди ко мне на ручки. Опа. Держись за мою шею. Садись! Идем со мной. Бабушка! Бабушка! Пойди, ручки со мной. Ты Родион, Юрий, Юрий, Родион! Куда вы ушли? Ох, моя тур, Юрий, Родион! Юрий, Родион, где вы? Куда вы тут ушли, Юрий, Родион? Нет, уже машина будет. Юрий, машины нету. Ой, нет, нельзя. Куда же они пропали? Дети! Да где? Эй, дети, подождите! Нельзя вам туда идти! Дети, подождите! Кто ты? А ну-ка отпусти наших детей! Дети, бандит! Дети, это бандит! Скорее ко мне! Скорее! Отпусти, бандит! Скорее отпусти! Отпусти наших детей! Иди сюда, скорее! Обнимайте скорее меня. Обнимайте меня. Обнимайте меня. Куда? Обнимайте бабушку. Бежал он, я вижу. Бежу его я. Обнимайте меня скорее. Обнимайте мою маленькую. Убежай давай. Да, она... я вижу, что она уходит. Подождите, посмотрите на меня. Скажите, а почему вы ушли, когда я вам сказала, не обязательно ждите меня и никуда не уходите? Почему вы ушли? Что случилось? Расскажи, пожалуйста, Родион. Мы хотели пойти к фонтанчику. Хотели поиграть в фонтанчик. И что случилось потом? Потом нас бандит забрал. Вас бандит забрал? А почему он забрал бандит вас? А почему, Юрочка, вас бандит забрал? Он на нас напал. А что он вам говорил? Почему вы пошли с ним? Или он вас как заманил? Почему вы пошли с ним?
Потому что мы думали, что он хороший. А что он вам дал? Почему вы думали, что он хороший? Он чем-то угощал вас? Он что-то вам дал, да? Нет. Как он, а что он вам говорил? А что он вам объяснял, почему вы с ним пошли? Что у него было в руках? Что он показывал вам? Чем он вас завлек? Вообще-то у него были конфеты, но внутри... Мне знают, что внутри там были опасные... И витамины. Правда? Вы не знали этого? А были конфеты, Юрий? Ты захотел конфету? Ты захотел конфету? Скажи, а это чужой человек совершенно, да? Это какой-то похититель, это дядя чужой. Вообще кому-нибудь чужому, вообще незнакомому человеку, можно к нему идти? Нет. Подходить? Можно брать у него конфеты? Нет. Даже если он даст самые вкусные конфеты, даже не опасные, можно у него брать? Нет. Он сначала вам даст вкусные конфеты, а потом что сделал? Схватил вас, да? И забрал из дома, так? Да. Он вас похитил? Да. А почему он похитил? Потому что вы его послушали, да, и захотели взять у него конфеты. Теперь меня послушайте, пожалуйста. Можно брать конфеты у чужого человека? Подними родиночку. Нельзя, правда? Нет. Никогда, никогда нельзя. Поднимите глазки на меня, родиночка. Никогда, никогда нельзя брать ничего у чужого человека. Ни конфеты, ни шоколады, ни какие-нибудь фрукты, ни какие-нибудь игрушки самые интересные. Потому что он вас может что сделать? Обмануть. Родион, да, молодец. И что? И потом? Похитить. Извини, бабушка, мы так больше не будем делать. Извини, бабушка, мы больше так не будем делать. Здесь никогда не повторяйся такие ошибки, никогда не ходите к чужим людям. Запомните это. Пока! Пока. До встречи! До встречи.